Сегодня только в поликлинике Центральной городской больницы за одну смену врач-терапевт принимает на фильтре до 20 человек. И потому помощь фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева оказалась своевременной. Эти спреи необходимы для сотрудников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Это терапевты, сидящие на приеме, это терапевты, сидящие в фильтре, в кабинете неотложной помощи. Для обработки рук персонала и пациентов. ЦГБ, больницы номер 4 и 2, поликлиника номер 1, детские поликлиники 1 и 2. Коробки с антисептиком в каждом медучреждении встречаются с искренней благодарностью. Во! Спасибо от всего сердца, вот огромное спасибо. Вот это очень здорово, это так необходимо в наше время, когда их нет. Вот этого средства борьбы с коронавирусом, ну нигде не взять, это большая помощь. А это комплексный центр социального обслуживания населения Бийска. Здесь тоже не обойтись без антисептиков. За день один социальный работник обслуживает 11 пожилых пациентов. И тут же сверхзадача – и самим не заболеть, и беззащитных стариков не заразить. Когда приходим к бабушке, моем руки с мылом. Потом садимся, продукты все это выкладываем, садимся это писать, что купили, все такое. Побеседовали, все это в маске, все это. Потом кончаем, когда посещение, тогда опять моем руки. Теперь будем руки спреем обрабатывать, который защищен от вируса. Женщина признается, пытались сами делать дезинфицирующие средства, но их надежность проверить невозможно. Работать надо, беспомощных людей не бросишь. Очень своевременно, потому что у нас на социальном обслуживании в данный момент находится 659 граждан пожилого возраста и инвалидов, которые получают социальные услуги на дому. Их обслуживают 62 социальных работника, которые в штатном режиме предоставляют услуги в полном объеме. И как раз антисептических средств для обработки рук у нас катастрофически не хватает, и эта помощь нам весьма важна. Вопрос индивидуальной безопасности сегодня актуальны как никогда. Первый удар любой инфекции всегда принимают на себя медицинские и социальные работники. И поэтому депутат Государственной Думы Александр Прокопьев передает им первую партию антисептиков, выпущенных Эваларом.